В память о тех, кого больше нет с нами. В Уфе открылась фотовыставка, рассказывающая о 33 участниках специальной военной операции. Подобные экспозиции открылись в 4 десятках регионов России. На площади Ленина разместилась выставка Российского военно-исторического общества, созданная при поддержке Министерства обороны страны и администрации города Уфы. Заместитель главы столицы Денис Ганеев считает, переоценить важность подобных выставок почти невозможно. Мне кажется, что такие выставки однозначно нужно показывать, нужно рассказывать о поступках, о подвигах, потому что мы сами росли в эпоху памяти Великой Отечественной войны, и, конечно же, имена тех героев, которых мы изучали в школе, до сих пор на слуху и в памяти: Александр Матросов и Зоя Космодемьянская. И вот уже современные наши ровесники, а может быть даже ребята помладше или кто-то старше. Среди тех, кто награжден посмертно, Максим Серафимов. Его имя также присвоили военному парку «Патриот» и центру образования номер 40, на здании которого расположилась мемориальная доска.